На экране появился в возрасте 32 лет. Тогда кинорежиссер Александр Птушко пригласил молодого ученого на роль злодея Черномора в фильм-сказку «Руслан и Людмила». С тех пор Владимир Федоров снимался много в ролях разнообразных карликов благодаря своему малому росту 130 сантиметров. Самые известные киноработы – уже упоминавшийся Черномор, злодей и олигарх Туранчок из научно-фантастического фильма «Через тернии к звездам» Ричарда Викторова, 1980. В конце 1980-х годов Владимир Федоров вышел на профессиональную сцену. Играл в спектаклях театра им. Е. Вахтангова, яркий, острохарактерный актер, обладающий специфической внешностью, играет роли карликов, причем как в сказках, так и в драматических постановках. С 1993 года актер театра «У Никитских ворот».